Саламу алейкум. В эфире юмористическая, аналитическая, историческая передача, посвящена событиям, которые бурлили эту неделю. Тумсу Абдурахман, это тот самый блогер, решил, что ему мало критики Рамзана и его отца. Подписчики не добавлялись, и он решил хайпануть на имаме Шамиля. Ну а что еще? Конечно, эта персона не дает покоя людям. Надо же что-то делать. И вот он взялся доказать всему Дагестану, что ваш герой не герой. И тут же вызвались дагестанцы защищать имама. Первым вызвался на бой известный дагестанский блогер, историк Дибиров Дибир Дибирович. Прежде чем прийти на встречу с Тумсо, он читал несколько книг, рылся в бумагах, документах, в архивах, подготовился и пришел на встречу. Я не понял, ты чего от нашего имама хочешь? А? Чего ты его все время кусаешь? Ты, мужчина, подобное существо. Все. Тумсо кончился. Он сразу потерял сознание, вышел с эфира, все. Это был полный нокаут. Зачем учить данные исторические книги? Раз, ты что хочешь, базар окончен. Ну, тут на вторым вызвался наш шейх Абдулла Костыкский. Да-да-да, тот самый, который из Тумсо сделал героя. В свое время Абдулла сказал, что Тумсо герой, что он в лицо тирану, если сказал правду, даже когда была угроза своей жизни, это, мол, смелость, это геройство. Правда, я не знаю, в лицо кому он сказал это тирану, шведскому королю, что ли, он там в Швеции вроде находится. Здесь, когда в Чечне он был, он ничего не говорил. Он единственным там на улице встретил парня с электрошокером. И все. Тумсо чухнул, аж пятки сверкали. Ты в бою сдаваться не можешь, плен. Даже если сотни тысяч вокруг окружили, тебя нету сил, ты не можешь сдаваться. Ты должен умереть, чтобы быть героем. А здесь надо просто убежать с поля боя. И ты герой. Это не каждый может с поля боя убежать. Не успеют. А он успел. Герой. Так вот, Абдулла Костыкский взялся доказывать, что по шариату дозволено, когда силы врага преобладают, когда напрасная смерть, если есть какая-то там что-то, какие-то нюансы, он приводит шариатские, что это дозволяется. Тумсо это все игнорирует, Тумсо уснул, пока шел эфир час чем-то. Вот. Он же не может сказать, что... А, вот еще главное, привел Абдулла Костыкский, что даже сахабы, сподвижники пророка Саласлам сдавались. Были такие случаи, один и два. Но Тумсо же не может это взять во внимание. Что он скажет? Сподвижники не герои. Его тут же так вернут. Он будет изгоем среди мусульман. Он это сказать не может. Он это как будто даже не сказал, не слышал. Пропустил мимо ушей. Тумсо уснул, слушая Абдуллы. Но тут Абдулла споткнулся. Абдулла споткнулся, Тумсо проснулся. Абдулла сказал, что шейх Мансур, герой Кавказа, тоже воевал, но он тоже сдался в Анапе русским. И Тумсо проснулся. Как сдался? Где сдался? Чьи источники? Ага, вы не принимаете насчет имама кафирских источников. Русские то, что говорят. А насчет шейха Мансура вы приняли. А, вот они ваши двойные стандарты. Я вам покажу. Я вечером выйду на связь с историком. Все я вам разложу. Я вам устрою. И все. Дагестан замолчал, затаив дыхание, ждут, кого же он приведет. Какого историка, академика, профессора, доктора наук исторических. А может, кандидат в крайнем случае. Вечером связь. Выходит на связь. Тумсо говорит, представься, надо же показать. Историк говорит, я заканчивал Чеченский государственный университет, факультет истории. Все. Весь Дагестан рухнул. Весь миф про имама Шамиля рухнул. ЧГУ, факультет истории. Вот где знания, а все остальное это все так себе. Зачем исторические книги, архивы, все это ерунда.
ЧГУ. Там каждый год выпускают по 100 выпускников. Все ребята вперед в ЧГУ. Так вот, этот ЧГУ приводит дали доводы свои эти. Но выводы не делает. Выводы, Тумсо делает. Выводы, да, вот это же вот так. А отсюда мы делаем выводы. Вот это, там Тумсо, Тумсо буянит. Тумсо мощь. Тумсо сила. Вот. И тут же давай. Тут же давай. Радуются под комментариях. Радуются лицемеры, милиционеры. Атеисты, националисты, чеченисты, все рады. Ура! Имам не герой. Он предатель, он сдался, он кто угодно. Пошел хай полным ходом. Чего только не пишут. Все скинули маски, все начали писать за себя, за того, за всех и так далее. Вот. Даже дагестанские милиционеры возмущаются. Что это такое? Он, оказывается, против России воевал. У него борода. Мы его не можем посадить. Мы даже на профучет его не можем поставить. Все, объявляем забастовку. Это еще полбеды. Дальше пошло больше. Уже идет оборот. Есть информация, что в Чечне упали продажи мяса на 50%. Мясники жалуются. Они говорят, люди перешли на мясо имама Шамиля. Вкусное, говорят, бесплатно. Поэтому на него перешли. Прибыль нет у людей. Торговля упала. Но я вам по секрету скажу. Мясо имама, оно отравлено. Аллах его отравил. Не смертельно. Мозг поражает, сердце поражает. Если есть иман, иман умирает. Но если имана нету, ничего страшного. Бонда делает хибат. Нормально. Продолжаем есть мясо. Мясо полезно. Так вот. И тут обсуждение. Даже порой даже не хочется озвучивать. Он предатель. Он там продал родину за дворянский титул, уехал в Калугу, получил там дворец, пенсию. Вы себе представляете? Имам, повелитель Кавказа, он, оказывается, мечтал поехать в пенсию, получить дворянский титул, получать там маленькую пенсию, в домике одном жить. Вся жизнь он мечтал об этом, всю свою жизнь он только об этом и мечтал. Это же такое достижение. Это все равно, что по Махачкале рассекает несчастный, бедный на Бентли. Смотрит на приору и думает, вот бы мне на приору сесть. Это примерно вот такая аналогия. Ну, тут находятся, конечно, и такие, которые говорят, дагестанцы, чеченцы, не надо ссориться. Мы же братья там. Когда это Нохчи и Сюли были братьями? Нохчи это Нохчи, а Сюли это Сюли. Что за братья? Ну, он там дальше пишет. Ну, пророк же сказал, что мусульмане братья между собой. Ну, пророк это за мусульман сказал. А не за дагестанцев, чеченцев. Это за мусульман сказал. Вот. Я потом думаю, что это Рамзан, этот Тумсо вот так? А, это же единственный случай, где у него совпадает мнение с Рамзаном. Он решил вот так сбоку через Дагестан зайти, с Рамзаном, наверное, маслят сделать, примириться. Думает, вот сейчас начну вот это делать, и ну, ладно, мне проститься все. Не прокатит Тумсо, не получится. С молотком не получилось. Есть информация, что топор в дороге. Так что у тебя не получится все это. Не сработало это почему-то. Вот. Что-то я тут, по-моему, кого-то упомянул, лишнее сказал. Тумсо, ты неблагодарный человек. Рамзан упомянул. Надо ноги уносить теперь. Все. Надо в Швецию. В Швецию. Тумсо, сколько там пособия? Все, я уехал в Швецию. Все, я свалил. Абдулла, не забудь меня тоже в герои записать.